ведем людей на протяжении всей жизни. От нуля и до 100, 200. Одному нравится, как доктор разговаривает, другому нравится, что наоборот строгий, третий наоборот мягкий, четвертому нравится сервис, пятому нравится ремонт, шестому нравится медсестра. Надо было рисковать, надо брать было кредит и не один, чтобы это открывать. Родственники и боялись, чтобы я просто не прогорел и не залез в очень большие долги. А так, конечно, они были за и поддерживали, и помогали со всех сторон. Когда я хотел открыться, я был ноль в бухгалтерии. Я был ноль в юридических вопросах, в документациях, тому подобное. Ничего, открывал интернет, открывал книжки, искал людей, которые понимают в этом деле, советовался. Все до кучки и сложилось. Каждый выбирает, что ему лучше. В этом и фишка этой реформы. Что каждый пациент выбирает именно того врача, то предприятие, то лечебное учреждение, где ему удобно и комфортно обслуживаться. Без разницы, где это. Я живу в селе Карповка, я могу обслуживаться спокойно в Киеве. Ну, без проблем, если мне это удобно. Реформа это позволяет. Раньше, до реформы, это сделать было невозможно. То есть, если я живу в селе Карповка, да, я обязан обслуживаться только в селе Карповка. Ну, допустим, меня это не устраивало. Но вот в этом и классность вот этой реформы. Планирую и в самом городе Кривом Роге открывать тоже кабинеты. Но это планы на будущее. Это пока есть мечты, которые нужно просто воплощить в жизнь. Все говорили, что это нереально сделать. Что в нашем государстве открыть бизнес, особенно медицинский, это нереально. Реально это все сделать и за небольшие сроки. Все возможно. Желание только нужно иметь.